Турции прошли полицейские рейды против сторонников группировки «Исламское государство», запрещенной во многих странах, в том числе и в России. Задержано около 60 человек. По версии следствия, часть из них готовила теракты в республике, другие еще только собирались присоединиться к исламистам. Полицейская операция проводилась сразу в 5 провинциях страны и проходила в рамках расследования вчерашнего взрыва в Стамбуле, который унес жизни 10 человек, в основном туристов из Германии. Предположительно, за случившимся стоят боевики ИГИЛ. Власти ФРГ пообещали приложить больше усилий для борьбы с террором. На протяжении долгого времени терроризм не приближался к гражданам Германии так близко, как это было в Стамбуле. Но мы всегда знали, что терроризм – это раковая опухоль, которая угрожает нам всем одинаково – в Турции, в Европе и где бы то ни было еще. На трагедию отреагировали многие страны, в том числе Россия. В нашем МИДе последние атаки боевиков в Стамбуле и произошедшую днем ранее в Багдаде назвали циничными преступлениями, которым нет оправдания, и констатировали, что произошедшее подтверждает необходимость объединить усилия мирового сообщества в борьбе с терроризмом.